Буквально пару недель назад я снимал ролик о покупке схем быстрого заработка в Даркнете, однако, как вы помните, поиски серого дохода не особо увенчались успехом. Сегодня же я решил попробовать вновь погрузиться в рынок уже белых схем заработка и опять попробовать раздобыть некое подобие кнопки бабло. Как будто бы она существует. Сегодня в ролике. Чем дышит рынок схем быстрого заработка в 2022 году? Легко ли приобрести рабочую схему заработка и насколько доступным является данный рынок? Почему рынок мануалов по заработку заполнили темщики? Неужели эти невероятные схемы могут быть основным способом заработка? Реально ли вообще найти работающий способ доп. Заработка за не самые большие деньги? Неужели большая часть объявлений на рынке схем являются скамом, и много ли в клирнете серых мануалов по заработку? Действительно ли сама продажа этих схем является намного более выгодным предприятием, чем поиски мгновенных денег, и реально ли поднять миллион, ладно, хотя бы пару сотен тысяч, ну нет, ладно, хотя бы несколько десятков тысяч рублей на этих чудесных мануалах по быстрому заработку? Сегодня мы купим схем по заработку в рамках рубрики за 500 и 5000 рублей, оценим содержание, сравним их работоспособности, выясним, реально ли пересесть на тот самый заработок на диване. Приятного просмотра! Схемы по быстрому заработку бывают разные. Правда, думаю, никто не будет спорить, что быстрый заработок не часто является стабильным. Поэтому сегодня я решил вам посоветовать качественный ресурс, позволяющий повысить свою экспертность и выйти на долгосрочное плата заработка. Телеграм-канал трейдера от Олега Полунина позволяет вам получать самую актуальную проверенную статистику в трейдинг-сфере на ежедневной основе. Олег имеет весьма широкий опыт на крипторынке и работает уже с 2017 года. Такая экспертная оценка точно не помешает любому криптотрейдеру, от самых начинающих до опытных ребят. С лета 2022 года Олег дал более 20 сделок абсолютно бесплатный и по итогу показал отличную прибыль. Это реальный результат за реальный срок, а не какие-то рандомные шальные сделки в течение дня, так что мы говорим о реальном, а не игривом трейдинге. Также Олег через день делает отчеты на своем YouTube-канале для тех, кому проще держаться в курсе в видеоформате, так что каждый сможет найти себе контент по вкусу. Да и в отличие от 90% трейдеров, парень достаточно часто, а именно еженедельно, светит статистику своей торговли. Переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь к миру трейдинга с профессионалами и зарабатывайте в долгосроке. А сейчас давайте перейдем наконец-то к не таким уж и стабильным схемкам. Успехов! Что же вообще такое схема по быстрому заработку? Уверен, что вы не раз натыкались на объявления по типу «сижу с малышкой дома, зарабатываю 30к в день, хочешь так же». И бьюсь об заклад, вы почти всегда игнорировали данные байтовые заголовки. Вроде бы очевидно, что никаких простых способов заработать не существует, а все эти кричащие сообщения, скорее всего, являются прогревом для очередной скам-схемы. Но что, если нет? Именно таким вопросом однажды озадачивает себя новорожденный темщик. Да, ребята, которые поднимают деньги на таких быстрых схемах заработка, чаще всего называют именно так, и неспроста. Грубо говоря, большая часть способов быстрого заработка делится на три типа. Обыкновенный скам, абу-схемы и те самые магические мануалы с инструкциями по сборке печатного станка ФРС США или попросту созданием денег из воздуха. Однако в отношении всех трех типов схем слово «быстрое» лучше воспринимать в немного ином контексте. Люди быстро перестают вестись на один и тот же скам. Многие компании системы закрывают уязвимости и недочеты, используемые абузерами. А мануалы частенько строятся на ситуативном спросе на те или иные услуги. Да, с абузерами все чуть проще, так как многие ребята налаживают работу по нетленным и неустранимым уязвимостям тех или иных систем, а вот остальные схемы заработка в силу своей скоротечности чаще всего называют темками. Однако, по словам бывалых темщиков, и в их числе можно найти некие алмазы стабильности и крепкого заработка. Что ж, давайте проверим и пройдем на рынок тех самых волшебных схем. Ну и по традиции в наших поисках мы обратимся к Телеграму, ведь там, скорее всего, и обитает большая часть тех самых темщиков. Нет, в институте тематические аккаунты искать я также пробовал, однако, к сожалению, в первых рядах поиска натыкался лишь на схему по плетению бисером. Такая вот минутка доброты. И если что, я не шучу. Ну а после долгих поисков в телеге я наткнулся как минимум на 3-4 тематических групповых чата, в которых ребята просто по КД предлагают купить схемы и не только. Да, судя по неймингам, нетрудно догадаться, что в кругах схемщиков скам также является популярным видом деятельности. Большая часть объявлений на этих импровизационных бордах действительно посвящена рекламе различных вбивов, рефандов товаров, такси и даже оплат на АЗС. Но на самом-то деле, по итогу я встретил несколько весьма нетипичных услуг, таких как оптимизация НДС, помощь в уклоне от налогов, регистрация ИП и ООО за рубль. Ну как нетипичные услуги, существуют они, конечно же, уже достаточно давно. Да, если вы, как я, ожидали увидеть в чатах по быстрому заработку нытье про домашку, долбанную математичку, то спешу вас огорчить. Вполне возможно, темщики — это куда более зрелая аудитория. Ну или, как минимум, им явно не хочется обсуждать свою математичку в чатике с другими темщиками. Хотя кому? Может быть, я заблуждаюсь, скорее всего. В общем, перейдем к напрямую относящимся к схемам деталям. Из дешевых вариантов нам сразу могут встретиться предложения по обучению какой-то неопределенной схемки за мелкую, но не обозначенную сумму. Продажа схем арбитража или скам-схем с софтами за 50 баксов и выше, трейд-схемы и даже схемы по перепродаже свежих овощей. Все как это обычно водится серое. Ну, кроме овощей, они свежие.
Также на просторах пабликов можно встретить приглашение присоединиться к команде темщиков. Тут я решил откликнуться на призы. По итогу мне предложили пройти углубленное собеседование на созвоне, а также пояснили, что данная схема включает в себя скам на криптопереводах. Запись моего невероятного интервью будет в Телеграме, а сейчас не обращаем внимания на очередную серость и двигаемся дальше. Все-таки мы ищем легальный вид заработка, не так ли? Конечно, не стоит забывать об очевидных сливах в этих же пабликах. Да, огромное количество вполне достойно выглядящих и расписанных схем по быстрому заработку на арбитраже, перепродаже сайтов и даже обузе NFT находится просто в открытом доступе. Так что если вы вдруг решили совсем бюджетно погрузиться в тот самый мир схем, у вас есть все возможности. А вот с платными схемами все куда интереснее. По большей части хорошие фирменные схемы вводятся у реальных темщиков, которые продают их за такие же реальные деньги, от пару тысяч до 20 тысяч рублей. В основном ребята зарабатывают на арбитраже, микрофинансовых организациях и прочих финансовых махинациях, однако для самых жаждущих и не самых имеющих, поставщики темок решили вернуть в моду старую, как мир, систему Scratch. Да, вы можете просто скинуться с 20 и более темщиками на некую схему заработка. С одной стороны звучит неплохо, с другой нам бы хотелось найти что-то попроще, не ждать, пока соберется 20 людей. Тем более мы уже достаточно прошерстили рыночек, и я уже подметил пару интересных вариантов. За дешевые схемы я обратился в групповой чат темщиков, и мне тут же подсказали отписать админу в ЛС. Я так и сделал, после чего получил предложение о приобретении небольшого пака схем за косарик. Тема, по его словам, белая, можно иметь 800-1300 рублей, а то и больше прямо-таки ежедневно. К тому же паренек пообещал бонусом закинуть еще пару тем на разогрев. Я тут же спросил, можно ли взять что-то подешевле, так как ориентировался на ценник 500 рублей, но по итогу случайно стартовал данный пак и взял его за 750 рублей. Второй же темщик нам попался буквально случайно на просторах Инстаграма. Да, я чуть расширил рамки поисков, все-таки набрел на инфлюенсерский профиль темщика, который пообещал предоставить огромную сбору белых и серых схем всего за 5000 рублей, а также обладал достаточно большой базой отзывов, так что и в этом деле я решил попытать удачу. К тому же в личной беседе он также признался мне, что поднял уже больше миллиона рублей на продаже данного пака схемы, поделился своей историей чуть более подробно. Конечно, его слова легко поставить под сомнение, однако в любом случае звучит это более чем внушающе, так что я вновь решил рискнуть и все-таки взял данный мегапак уже за 5 кусков. Меня, кстати, никто не заскамил. Удивлению. Давайте знакомиться со схемами и наконец-то зарабатывать хорошие деньги. Что ж, за 500 рублей мы получили ни много ни мало 6 схем по быстрому заработку. Правда, по моему скромному мнению, схемами многие из них являются с натяжкой. Большая часть файлов скорее хорошо подходит под категорию учебников 100 идей для стартапов. Маломальски расписаны идеи по обузу обыкновенных реферальных схем от Альфа-банка, арбитражу гэмблинг-площадок, продаже подписок на стриминговые сервисы, созданию и продвижению телеграм-сообщества и внезапной перепродаже этих самых схемок по заработку. Скажу честно, тут я словил грустное настроение уже чуток разочаровался в своей покупке, однако очень зря. На дне мешочка со схемами меня все-таки ожидали два по-человечески расписанных мануала по арбитражу трафика и внезапно пассивному заработку на автоскроллинге. Первая схема по факту представляет из себя сероватый арбитраж с отблесками белого оттенка. Почему так? Что ж, нам предлагается создать арбитражный кабинет и гнать трафик на заполнение карт на некоторых сервисах по продажам. Все сервисы полностью легальны, некоторые являются обычными букмекерами, некоторые просто онлайн-магазины, так что с картами пользователя ничего не случится, но вот обмануть юзеров вам все-таки придется. Да, в файле полноценно расписано стандартное схема с завлекаловкой по типу «оформи на себя вот эти карты, перейди по ссылкам и заполни данные, чтобы получить комиссию от выводов с БК». Вроде этой схемы никого в опасность мы и не ставим, но белое назвать ее тоже язык не повернется. А вот схема с автосерфингом куда более занятна. Тут нам предложено перейти на сайты с якобы фриланс-задачами по серфингу статей и сайтов и запустить на них предложенное нам ПО с несколько купленных серверов. То есть мы устанавливаем себе на компьютер определенный софт, который в автоматическом режиме бесконечно скроллит различные статьи или страницы с разных заранее купленных IP-адресов. Звучит вроде неплохо, затрат минимальная, а при правильной работе такая схема, по словам автора, может вывозить по 5-6 тысяч рублей ежедневно. Вот это уже звучит действительно неплохо. В любом случае, воспринимать все эти мануалы весьма трудно, так как обилие грамматических ошибок и пару колодцев воды в формате разгонных идей о том, как скамить молодежь, сильно портит впечатление о нашем приобретении. В любом случае, схему с автосерфингом я скорее лайкую, так что нечто приятное, вроде как рабочее от данной покупки, мы все-таки получили. Ну теперь давайте взглянем на пак за 5 тысяч рублей. Конечно, превзойти не самое приятное впечатление от кучки схем за 500 рублей будет нетрудно, однако, будем честны, все возможно. Ладно, в паке за 5000 все действительно выглядит куда более серьезно. Нам закинули папочку на 6 гигабайт, которая состоит из текстов, документов, различных софтов, прочих доп-материалов и даже целой книги про Dark Web и Diano. То есть легко понять, что схем там действительно достаточно. Правда, когда я зашел в файл, стало понятно, что первое впечатление может быть обманчивым. Да, инфы действительно много, но она весьма не систематизирована. В одной папке лежат слитые курсы различных телеграм-пабликов по обузу, учебник по картингу, гайд по Дианону в телеграме и даже видеогайды по обналу
какой-то американской финансовой организации. Да, в паке можно найти достаточно уникальные схемы, правда, большинство из них оказались серыми или даже черными. Например, я не задумывался о том, что на eBay можно зарабатывать, продавая пиратские копии ПО под видом лицензионных, помогать с установкой, а данная ниша в целом пользуется спросом. Да и в целом это не одна схема по eBay, однако трудно признать, она одна из самых светлых в этом паке. Но скажу честно, если убрать серые схемы, то больший акцент в корзинке схем сделан именно на арбитраже, обузе различных сервисов, созданию микробизнеса в соцсетях и прокрутке рекламы. Правда, абсолютно очевидно, что почти все абуз-схемы, датируемые 2021 годом и ранее, скорее всего, уже вышли из строя. В целом, вроде как в этом паке ничего нового, однако количество различных вариаций, в котором поданы все эти схемы, действительно захватывает дух. Тут тебе и заработок с материалов для взрослых, и добыча бесконечных промиков Салика через дропов, и идеи по быстрому продвижению ТГ-каналов. В общем и целом, могу точно ответить, что изучить материал полностью можно лишь за несколько недель, а того и больше. Хорошо ли это? С какой-то стороны, да, ведь информации много, она подкреплена кейсами, большая ее часть действительно похожа на мануалы по созданию мелкого бизнеса. С другой стороны, ни о каком быстром заработке тут речи идти не может. Подобные материалы скорее помогут вам расширить границы вашей фантазии и спроектировать какой-то свой новый легальный способ заработка. Ну, после того, как мы прошлись по двум приобретенным пакам схем, давайте сделаем выводы по нашему сегодняшнему исследованию и ответим на главные вопросы. Что представляет из себя рынок схем быстрого заработка в 2022 году? В основном ничего нового. Абузы, скамерские темы и сомнительные схемы для того самого заработка. Да, теперь самые прошаренные темщики начали заниматься предпродажей мануалов, а еще более прошаренные собирают для их покупки складчины. Однако основные тематики все те же, что и год назад. Да, все помешаны не только на криптовалютном арбитраже. Реально ли найти что-то более-менее вменяемое и рабочее за 500 рублей? Похоже, что да. Конечно, мне пришлось заплатить еще 250 сверху и пройтись не по самым интересным схемам, однако некий аналог полупассивного заработка отыскать нам также удалось. Насколько сильно отличается пак за 750 и 5000 рублей? Да, разница действительно видна, информации куда больше, она куда более разнообразная, однако в дорогом паке некие быстрые деньги нам предложено было получить с более серых схем, зато в нем куда больше информации о том, как можно кропотливо сделать белый или серый микробизнес с нуля. Так что, по-моему, вывод очевиден. Как вы уже знаете, чтобы хорошо зарабатывать, надо просто хорошо работать. Надеюсь, вы это знаете. Да, схемы могут вам помочь дойти до каких-то решений или выводов быстрее, или сэкономить деньги, запустив рекламу через дешевый спамер, а не через дорогой рекламный кабинет, однако работать вам придется в любом случае. Если вы будете все делать с умом и в рамках закона, то у вас все обязательно получится. Немножко мотивации. Все дополнительные материалы будут, как всегда, в моем телеграм-канале. Да, я публикую парочку интересных схем, выложу интервью с темщиком, так что обязательно приходите по ссылочке и подписывайтесь на телеграм-канал. Буду публиковать все последовательно в течение нескольких суток. Ссылка в описании. Если вам понравился ролик, то обязательно поставьте лайк, также напишите свои мысли по поводу продемонстрированных схем и поделитесь этим видео с своими друзьями. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, я уже вроде сказал, и ответьте на интересные вопросы. Как быстро вы умеете зарабатывать и вообще на чем вы, в принципе, хотите зарабатывать? И сколько зарабатываете? И сколько вам... Ну, в общем, напишите, чем не страшно поделиться. А с вами был Саня Харчевников, всем аравидерчи.